Обычно старт имени Бирюкова проходит в начале февраля, но в этом году погода долгое время ставила проведение соревнований под угрозу. Из-за малоснежной зимы гонку даже пришлось переносить. Но в конце концов все сложилось наилучшим образом, и лыжня состоялась уже в 26-й раз. Чемпион СССР 1973 года в лыжной гонке на 70 километров и серебряный призер на 50. Анатолий Бирюков помнит еще самые первые старты. Говорит, всегда был в призерах своей лыжни. Каждый год на свободную лыжню приезжают дети и взрослые спортсмены. По пропускам было лишь в 2020-м во время пандемии. Есть участники, не пропустившие ни одного старта. Владимиру Спорыхину 74 года. И он намерен выходить на лыжню столько, сколько позволит здоровье. В числе участников – лучшие лыжники области, воспитанники детских спортивных школ «Вымпел» и «Алмаз» из Рязани, спортшкол Кадымского, Ермешинского, Клепиковского, Касимовского, Ряжского, Скопинского, Михайловского, Шиловского и других районов, а также гостей из Московской области. Дистанции от 2 километров у участников 2011 года рождения моложе, до 5 километров у женщин и 10 километров у мужчин. В первый день лыжники традиционно бегут классикой, во второй день – свободным стилем.